Это замечательный фестиваль, который с 2016 года уже существует в Подмосковье. И мы действительно каждый год являемся его участниками. Мы показали очень большое количество наших спектаклей, русских опер. Благодаря Министерству культуры Московской области и лично министру культуры Елене Михайловне Харламовой в этом году получили две сцены, как вы можете видеть вот за мной. Да? То есть одна сцена, на которой размещается оркестр, и она крытая на случай плохой погоды, а вторая сцена, она тоже крытая, и она оборудована еще мониторами, на которых показывают крупные планы артистов, для того, чтобы всем зрителям было хорошо видно, ну и, соответственно, слышно. Мы показываем Онегина, который уже не идет в репертуаре театра. Он был поставлен в 1997 году, объездил весь мир с гастролями, и сейчас в нашем театре идет другая постановка. Мы возобновили постановку Константина Сергеевича Станиславского 22 года, а этот спектакль, он как бы у нас лежит такой в загашниках гастрольного варианта. И то, что мы сейчас его играем в подмосковных городах, все артисты, кто в нем играют уже много-много лет и ранее его исполняли этот спектакль, и все очень с большой радостью и счастьем это делают. Все-таки это намоленные места, и здесь есть определенная энергетика, и в которой очень приятно и работать, и очень приятно существовать. Я люблю. Мы как раз только что после саундчека, после репетиции гуляли по Троице-Сергиевой лавре. Потрясающие виды, церкви, очень красиво, замечательно. Ну, в основном привыкли все-таки работать в театре, в стенах, в живой акустике. Этот опыт тоже нужен, потому что это немножко другая атмосфера. Если в театре все-таки мы окружены каким-то пространством, и там, допустим, определенное количество зрителей, здесь вот этот простор, улица, небо, вокруг очень много людей, которые, может быть, проходят, просто слушают, кто-то на земле сидит, на подстилках, на пикнике. Такой праздник получается. Опера «Онегин», она, в принципе, изначально была написана вот в этих шикарных интерьерах. И то, что сегодня она исполняется там, в приятном чистом воздухе, с этой прекрасной погодой, это чудесная, прекрасная музыка, которая несет в себе вот эту вот духовность, такое благо. И я думаю, что наши люди, которые очень любят русскую музыку, сегодня оценят по достоинству это представление, это перформанс. Когда вы жизнь домашним кругом, я ограничить захотел. И очень приятно, когда проходит мероприятие такого масштаба, потому что это небольшой город, это с одной стороны жемчужина православия, но с другой стороны тут чуть больше 100 тысяч жителей, и не у всех есть возможность выбраться в Москву. И, конечно, для людей видеть их глаза сейчас, видеть то, как они, с каким чувством они сидят, смотрят, это большое удовольствие, поэтому глубокая благодарность тем, кто смог организовать на таком уровне, с таким качеством. Звук отличный, акустика прекрасная, артисты великолепные. Мы на самом деле приехали посетить святые места и приятно были удивлены тем, что еще попали на представление Евгения Онегина. Духовно наслаждаемся. Как звучит оркестр, как все это придумано, как прекрасно поют сегодня все солисты. Все вместе взятое, это чувство какого-то... Ну, просто счастье. Мне событие очень понравилось. Мы в городе, в Сергиевом Посаде, очень долго этого ждали, когда к нам наконец-то приедет театр. Я думаю, что такие события надо устраивать почаще.